Более чем в половине населенных пунктов Одинцовского округа, где планируется провести дегазификацию в рамках президентского проекта, работы уже завершены. Сегодня проект активно реализуют в Старом городке. Здесь уже проложено почти 2,5 километра нового распределительного газопровода, более чем из 13,5 километров газовых коммуникаций. Местными жителями заключено уже 140 договоров на дегазификацию. Завершить строительно-монтажные работы по программе социальной газификации в Старом городке планируется к 30 ноября.